Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. И сегодня я предлагаю вам поговорить о секретах вязания идеального круга. Об этом я уже записывала видео на примере трикотажной пряжи, и там есть свои нюансы. Ссылочку я оставлю под видео, кому интересно, потом посмотрите. Сегодня я вам покажу наглядно, как и в каком случае нужно вязать и где именно делать прибавки, чтобы у вас было понимание, и вы могли применить свои знания для любых изделий. И чтобы не тратить время даром, предлагаю связать интерьерные эко-салфетки из джута. Сегодня это очень модное и популярное направление, и куда их применить, я думаю, вы найдете. Итак, вязать я буду из пряжи халва. Это самая толстая нить джутовая, которая продается на сайте пряжа Центр РФ. Это толщина нити L, и если мы с вами заглянем вот сюда вот в параметры, то мы увидим, что по составу это натуральное джутовое волокно, длина нити 100 метров, вес 220 грамм, толщина нити 3 миллиметра и крючок от 4 до 8. Смотрите, по поводу крючков я точно так же могу сказать, что крючок вы выбираете самостоятельно. Недаром здесь производитель рекомендует вот такой вот большой диапазон от 4 до 8. Каждый выбирает по своему удобству. Попробуйте разные крючки, попробуйте повязать, потому что ниточка достаточно такая сложная в работе. И для новичков не всегда будет комфортно ею вязать. Так что попробуйте разную толщину крючка, почувствуйте, как вам с этим крючком. Точно так же я рекомендую смотреть на то полотно, которое у вас получается именно вот такой толщиной крючка. И уже исходя из того, каким крючком вам удобнее вязать, плюс оценив, какое полотно получается по качеству, по внешнему виду из вязанное вот именно этим номером, вы выбираете себе для себя крючок. Вязание из джутовой, так сказать, пряжи, из джутовой нити на сегодняшний день очень актуально. Получаются такие эко-изделия. Они очень стильно заходят в наш интерьер и достаточно модно иметь в своем, так сказать, интерьере такие изделия. Такие ниточки можно приобрести на сайте пряжа Центр РФ. Сейчас на экране вы видите промокод на скидку 10%. Набираете при оформлении заказа в специальном поле 3086, и сайт вам автоматически пересчитает сумму заказа, уменьшив на 10% ее. И так как такие ниточки могут быть сложны для новичков, если вы никогда не вязали крючков, я не советую начинать именно с таких ниток, потому что они достаточно сложны в работе, они не такие пластичные, что ли. Поэтому я могу посоветовать вам выбрать что-то помягче, поудобнее в работе. Это либо пряжу карамель, здесь такая достаточно толстая ниточка 5 миллиметров. Можно выбрать пряжу карамель бэби, но имейте в виду, что из нее получится достаточно тонкая салфетка, если вы будете вязать салфетку и придется вязать дольше. Здесь салфетка будет связана быстрее, то есть карамель бэби, карамель или халва. И буквально несколько дней назад на сайте пряжи Центр РФ появилась новая нить, новая шнурковая пряжа, называется она карамель дольче. У нового шнура толщина нити 4 миллиметра, и она получается как золотая серединка между пряжей карамель бэби и просто карамель. Ну и на крайний случай, чтобы не откладывать вязание в долгий ящик, вы можете взять нитки, которые есть у вас сейчас дома, чтобы прямо здесь и сейчас поучиться вязать вот этот идеальный круг, который я буду показывать. Единственное, о чем хочу сказать, подберите ниточки потолще, самые толстые, которые есть у вас дома. Итак, начинаем вязать. И вязание мы начинаем, как всегда, с петли амигуруми. То есть мы накрутили петлю на пальцы, потом снимаем с пальцев. Вот такая вот петля у нас должна получиться.
достали первую петельку и тут же ее провязали. Это у нас будет первым столбиком. Вот эти вот две петельки, да, которые мы только что провязали, они у нас будут считаться за первый столбик. Всего для круга нам нужно в эту петлю провязать 6 столбиков без накида, что мы сейчас и сделаем. То есть мы ныряем крючком в петлю амигуруми и провязываем столбики без накида. Так, это второй столбик с учетом петли подъема, третий, четвертый, пятый и шестой. Вот, смотрите, можете пересчитать. Первая петелька, вторая, третья, четвертая, пятая и вот она шестая. Сейчас нам нужно затянуть вот эту петлю, чтобы все столбики у нас образовали кружочек. Вот, посмотрите. Подправляем их. Вот он у нас образовался кружочек. Теперь, о чем я хочу сказать. Как бы там ни было, вязать можно по спирали. Это вы выбираете сами, смотрите на тот проект, который вы начинаете вязать, да, как вам будет удобнее. Либо мы делаем петлю подъема и замыкаем вязание каждого ряда в круг. То есть, если мы вяжем по спирали, у нас будет вот так вот проходить вязание. Если мы будем объединять каждый ряд в круг, то у нас будут вот такие отдельные замкнутые круги. Итак, сейчас мы находим вот эту первую петлю, вот эту косичку. Под обе дольки косички, я говорю, немножко сложновато, особенно в начале, вязать из этой пряжи, потому что она достаточно жесткая. Вот, под обе дольки косички мы заводим крючок. Вот я его завела, видите? И теперь, смотрите, раз уж мы говорим об идеальном круге, давайте сразу вот эту вот ниточку, вот этот начальный хвостик спрячем в вязание. То есть мы его сейчас будем прокладывать вот так вот вдоль всех вот этих вот петелек, чтобы у нас его не было видно и не пришлось потом прятать. То есть мы сейчас сделали первую петлю. И теперь давайте вместе посчитаем. Вот у нас, так скажем, первые вот эти вот петли, в которую мы сделали сейчас столбик. Вот она, за нее мы, на ней уже стоит наш столбик. Это первая, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая. Вот это у нас уже первая петля следующего ряда. И поэтому мы сюда сейчас повешаем маркер. Вот в эту петлю мы уже будем вязать первый столбик следующего ряда. То есть сейчас я не стала делать петлю подъема, а просто провязала первый столбик второго ряда. Второй ряд в нашем идеальном круге будет провязан в каждую петлю по 2 столбика. То есть сейчас я сюда же, вот где у меня вот провязан первый столбик, я сюда же завожу крючок и провязываю сюда второй столбик без накида. Находим следующие две петельки. Вернее, петелька одна, две дольки косички. Заводим крючок. Провязали в эту петлю один столбик. И сюда же, прям вот где выходит столбик, сюда же заводим крючок. Провязываем второй столбик. И так в каждую вот такую петельку мы должны провязать по 2 столбика. То есть изначально у нас было 6 столбиков в первом ряду. Мы вязали их в петлю амигуруми. Сейчас в каждый из этих столбиков мы провязываем по 2. Всего должно в этом ряду у нас быть 12 столбиков без накида. Вот я уже довязываю.
вы могли считать, но мы сейчас с вами вместе еще пересчитаем, чтобы было все понятно. Иногда возникает вот на этом первоначальном этапе небольшая путаница. Сейчас мы с вами вместе все сосчитаем, чтобы все стало ясно и понятно. Итак, поехали, считаем. Вот у нас первая петля следующего ряда. Вот мы провязали. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и одиннадцать, двенадцать. То есть все вот эти столбики можно пересчитать. И если вот первая петля, по петлям точно так же можно считать. Вот первая петля, которую мы отметили, да, вот она, дальше идет вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая. Ой. Вот эта петля уже будет первой петлей следующего ряда. Итак, первый секрет идеального круга: мы вяжем в каждом ряду, провязываем те столбики, которые у нас уже были, плюс прибавляем 6 столбиков. То есть в каждом круге, в каждом ряду нам с вами нужно сделать 6 прибавок. И теперь я на минуточку отложу вязание для того, чтобы показать очередной секрет идеального круга, да, как же все-таки, в каком месте стоит делать эти прибавки. И смотрите, специально для вас из тонких ниточек карамель бэби, это вот 2 миллиметра шнур, я связала для вас вот такие 2 круга, я начала их вязать разными цветами, чтобы вам было видно, в чем суть прибавок. Смотрите, они как будто бы похожи, а с другой стороны абсолютно разные. Вот здесь сектора у нас идут под прямой линией, да, краю. А вот здесь вот такими завихрениями уходят, да, как спиральки какие-то. Вот. Так вот, именно на этих кругах я вам сейчас и смогу объяснить суть вязания прибавок. Смотрите, то есть мы в каждом ряду с вами делаем прибавки, да, и вот здесь вот поближе, если мы присмотримся, посмотрите, вот здесь вот раз-два, 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 то есть в последней петле вот этого сектора, да, то есть в каждом ряду мы с вами, допустим, в этом ряду мы вяжем 3 петли, в этом 4, то есть 3 петли, 3 столбика над этими провязываем и делаем прибавку. Так вот, в каждом, так скажем, в каждую последнюю петлю вот этого сектора я делала прибавку. Видите, они тут в конце. И получается, когда мы делаем вот эти прибавки в конце сектора вот этого, да, у нас выходит вязание вот такое, с уголочками. Вы видите, да, образовались углы на краях. И, в принципе, такой круг или такой шестиугольник тоже имеет право свое на существование. Можно связать ведь такую салфетку, она будет очень оригинальна. Но просто надо помнить о том, что если нам нужен многоугольник, мы делаем прибавки в последнюю петлю сектора. Так, если мы хотим связать более такой ровный круг, что мы делаем? Посмотрите. В первую петлю сектора здесь я везде делала прибавки. И получается уже более круглое изделие. Но если мы будем, вот здесь я секторами вязала, да, и в принципе, ну, смотрится это все хорошо. Но бывает такая пряжа, то есть тут мы смотрим еще на материал. Бывает такая пряжа, в которой вот эти прибавки все будут видны, и они будут выделяться. У вас будут вот такие полоски вот здесь. Если вам это нравится, если вы хотите, чтобы у вашего изделия была именно вот такая изюминка с такими полосочками расходящимися, тогда, пожалуйста, делайте прибавки в начале каждого сектора. И если вы не хотите, чтобы у вас выделялись вот этими прибавками какие-то полоски, да, которые будут видно, то тогда мы должны рассредоточить все прибавки в каждом ряду.
О чем я хочу сказать? Например, вот в этом ряду мы связали в последнюю петлю, вот в этом в первую, здесь где-то в серединке. То есть мы обязательно в каждом ряду должны прикинуть, где у нас была прибавка предыдущего ряда, и сделать ее не над этой прибавкой, а где-нибудь в стороночке. Да? Здесь сделали, вот тут, опять можно в начале, опять можно в конце. И вот таким образом мы рассредотачиваем наши прибавочки, и их не будет видно. Круг будет идеально ровный и красивый. Итак, возвращаемся к нашей эко-салфетке. Здесь мы закончили вязание второго ряда, сейчас мы начнем вязать третий ряд. И я надеюсь, вы поняли, что нам теперь нужно правильно распределить те 6 прибавок, которые мы должны сделать в каждом из рядов круга нашего, да, в зависимости от того, что мы хотим получить, да. Вы запомнили, если мы хотим получить салфетку, например, ромбом, то мы делаем прибавки в конце каждого сектора. Если мы хотим получить кругленькую салфетку, и чтобы у нас были видны вот эти полоски прибавок, значит, мы делаем прибавки в начале каждого сектора. Я продолжаю вязать по спирали, да, я не делаю здесь соединительную петлю, петлю подъема. Я буду вязать по спирали. И хочу вам сказать еще такую мысль. Независимо от того, каким бы вы узором ни вязали, вот эти вот, так сказать, формулы круга, они остаются всегда неизменными. Мы вяжем простыми столбиками без накида. И теперь мы начинаем вязать третий ряд. Что мы здесь видим? Мы помним, у нас здесь 12 петель, либо 12 столбиков. И прибавки мы в этом ряду будем делать через один столбик. Да? Смотрите, вот в принципе пока еще не важно, где мы с вами эти прибавки делаем. А вообще, я вам скажу, как я считаю, возможно, вам это понравится. Считаю я всегда. То есть вот мы сделали один столбик, ну давайте будем делать во вторую петлю. Вот здесь две дольки косички, как всегда, все неизменно. Провязали один столбик и сюда же завели крючок, провязали второй столбик. Как вы видите, у меня начальная ниточка, вот этот хвостик, спряталась, больше ее нигде нет. Все, мы уже здесь сделали все идеально. То есть вот у нас с вами провязано 2 столбика, далее снова один столбик, ой, снова 2. Ну тут все просто. Так. Снова 1 и 2. И так мы продолжаем вязать до конца ряда. Один, два, один, два. Надеюсь, что я нигде не запуталась. Так, да, один, все правильно. То есть я пришла к концу ряда, как раз заканчиваю 2 столбиками. Все, следующий ряд. Что мы делаем в следующем ряду? Так, в принципе, можно маркер перевешивать уже вот на эту петельку. Она у нас как раз встанет на то место, где должна быть. В следующем ряду нам с вами нужно сделать, провязать прибавку, ну то есть 2 столбика в одну петлю и 2 столбика отдельных. И давайте начнем вот именно с прибавки. Почему? Потому что мы с вами в прошлом ряду вот эти 2 столбика провязали во вторую петлю. И если мы сейчас вот с этой первой петли начнем делать прибавку, вот она,
Она у нас была в прошлом ряду, так скажем, одинокая. Вот, мы в нее сейчас сделаем 2 столбика. А там, где у нас, вот они, 2 столбика, вот эти 2 петли от этих столбиков, там, где у нас 2 столбика были провязаны вместе в одну петлю, мы провяжем их одинарными. Так, все, следующая петля у нас снова идет прибавка. 1 и 2 столбика в одно и то же место. И снова там, где была прибавка, мы провяжем по одному столбику. Все, давайте я уже не буду до конца этот ряд вам довязывать и все снимать. Вы принцип, я думаю, поняли. В конце ряда обязательно проверяйте себя. То есть вот у меня осталось 3 петли. Сюда я вяжу прибавку. 2 столбика провязываю. И эти провязываю одинарными. Что у меня крючок выпадает. Надо, наверное, на семерку переходить. Все, этот ряд я довязала. В следующем ряду мы делаем прибавку и 3 одинарные петли. И в начале ряда вы просто для себя оцениваете. Здесь прибавка была в самом начале. То есть можно вязать, например, 1-2 одинарных, 1 с прибавкой, 1 такой. Можно вязать 1-2-3, 1 такой. То есть тут в начале было, здесь в конце. Давайте сделаем 3 одиноких, 1 прибавку. Давайте так. Главное, чтобы у вас не располагались прибавки друг над другом. Из этого может вылезти 2, 3. И сюда мы провязываем 2 вместе. Все точно так же. 3, 2 вместе. И так до конца ряда. И смотрите, я забыла повешать маркер. Сейчас я найду, где он должен быть. 1-2-3. Вот здесь. Все. Встречаемся в конце ряда. И вот смотрите, 3 столбика у меня одинарных провязано. Осталась 1 петля. Помните, да, я начинала с 3, потом шла у меня прибавка. И здесь все правильно, все у меня сошлось. То есть вот тут в конце... Ой, улетел маркер. В конце ряда обязательно делаем проверочку такую, вспоминаем, с чего вы начинали и чем вам нужно закончить. Возьму новенький. Так, в следующем ряду нам с вами надо связать 4 одинарных и 2 прибавки, да? Давайте начнем 2 прибавка 2. Давайте вот так сделаем. То есть мы начнем с 2 столбиков. То есть чем больше будет у нас столбиков сейчас появляться в каждом из секторов, тем будет у нас проще вместить вот эту прибавочку. Да? И еще 2 без одинарных, так скажем, да, без прибавки. Вот. То есть вот я связала 2. Двойной, так вот у меня 1-2, двойной и 1-2. Снова 1-2, сюда двойной и 2 одинарных остались. Можно, в принципе, сразу их за 4 считать. То есть это 3-й одинарный, это 4-й одинарный. И здесь прибавку вяжем 2 столбика в 1 петлю. То есть снова 4 прибавка, 4 прибавка. Таким образом, смотрите, когда мы придем сюда в конец, у нас здесь должны остаться 2 одинарных столбика. Мы начинали с 2 одинарных, и здесь должны остаться 2 одинарных. То есть по тому счету, который мы для себя, так скажем, определили в этом ряду.
То есть, когда вы определились в начале, сколько у вас столбиков, и тут же запомнили для себя, сколько в конце должно остаться, когда довязали до конца ряда, вы тут проверяете себя, все ли у вас провязано, вдруг где-то что-то забыли провязать по невнимательности, где-то что-то не сойдется, и надо будет найти эту ошибочку. Смотрите, если вам нужна вот такая визуальная картинка, то я вам тут нарисовала схемку, то есть это у нас 1/6 схемы круга. То есть в первом ряду у нас было 6 столбиков, то есть в секторе в каждом по одной петле. В следующем ряду мы с вами в каждую петлю провязали 2 столбика. Дальше мы сделали 1 столбик и прибавочку. Помните, да? Здесь была прибавка и потом в каждую. Затем 3 столбика прибавка. И вот этот последний ряд мы с вами провязали 2 столбика одинарных, прибавка, 2 столбика, да, помните? То есть, если вы хотите перепровериться, пересчитать все петли в вашем круге, вы можете вот это количество умножить на 6. То есть здесь у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков умножаем на 6. То есть 36 столбиков или вот этих верхних кромочных петель, вот этих вот, у вас должно быть в круге. И далее вы уже можете самостоятельно дорисовывать эту схему, каждый ряд. Допустим, делаем прибавку в 7-м ряду, так перестает рисовать маркер. В первую петлю, далее провязываем 1, 2, 3, 4, 5. Вот таким образом. И сами рисуйте эту схему, распределяя прибавки так, чтобы они у вас не вставали друг над другом. И тогда ваш круг будет идеальным, красивым, и прибавок не будет видно. Но я тем временем продолжаю вязать свою эко-салфетку. То есть, так как я нарисовала здесь 2 петли в 7-м ряду, сделаю в самом начале. Так, маркер не падай. Так. Вернее, 2 столбика в одну петлю провязываю, да, и дальше у нас 3, 4, 5, 5 столбиков одинарных. Все, все просто и легко. Сами рисуйте эту схему. Не надо в интернете даже искать, если вы хотите, чтобы... Если вы, конечно же, не задумали такие сектора, как я вам показывала до этого. Сейчас я довяжу эту салфетку до конца, в конце покажу, как оформить край и расскажу вам по расходу, сколько чего получилось, сколько рядов, какой размер из вот этого моточка пряжи размера L. Итак, смотрите, у меня получилось 2 салфетки примерно по 25 сантиметров в диаметре. То есть можно оставить их вот так вот, как они есть. В принципе, тут все очень неплохо на торцах. Но можно сделать завершающий такой ряд. Он будет придавать законченность какую-то нашим салфеткам. Мы закончили вязать последний столбик. То есть нам вот это место надо сейчас сгладить. Вот так вот достаем. Просто петлю, у нас получается, уходит столбики на нет. И далее вот такими же петлями, здесь можно, наверное, взять крючок немножко поменьше, я уже тут на 7-ку перешла, так, чтобы удобнее было проходить. В петли. И вот такими соединительными столбиками обвязываем ряд по кругу. Вот получается такая кромочка, немного такая потолще здесь на самом краю, ну и вид такой завершенный. И давайте покажу вам, как закончить красиво этот обвязочный ряд. То есть вот здесь осталась бы у нас одна петелька, куда бы мы сделали последний стежок. И вот у нас первая косичка
нашей обвязки. То есть сейчас я завожу крючок под вот эту косичку, под обе дольки, захватываю рабочую ниточку. У меня остался уже короткий хвостик, и в принципе мне обрезать ничего не нужно, но вы можете обрезать в этом месте. И крючок заводим, посмотрите, вот так, там с обратной стороны мы заводим его в центр стежка, из которого у нас выходила вот эта вот ниточка, видите? Все, захватываю сюда нить и вывожу с изнанки. Посмотрите, все красиво, все идеально. Ой, у меня руки грязные в чернилах. И теперь остается нам спрятать вот этот хвостик, увести его и сделать ВТО, потому что как бы там ни было, как бы мы ровно не распределяли все наши столбики, все равно у нас салфеточка такая кривенькая, косенькая, ее нужно теперь отпарить. И смотрите, как я уже сказала, я вам расскажу, сколько материала, значит, понадобится, вернее, что получится из одного мотка. Так вот, из одного мотка пряжи халва размера L, тут плохо ее видно, выходят две салфетки примерно 25 сантиметров. Да, 25, где-то 25 с половиной, вот такой диаметр у этой салфетки. Ну что ж, вот моя салфеточка отпаренная, то есть пропарили паром ее, все, дали ей высохнуть в таком положении, в горизонтальном. И можно использовать. Она становится, конечно, намного ровнее и аккуратнее. Ну и сами видите, вот эту я еще не отпаривала, эту еще не доделала. Видно, что она по качеству немного отличается. И еще хочу сказать, что если, например, мы вот такие вот салфетки есть для кухни большие, они диаметром, я думаю, сантиметров 35, да, то вот на такую салфетку уйдет, наверное, весь моток на одну салфетку. Вот, ну вот можно как-то вот так оформить на своей кухне что-то примерно, либо связать из джута полный размер вот этой вот салфетки. Вот, ну, думаю, смотреться будет очень оригинально. Ну что ж, я надеюсь, что вам были полезны секреты идеального круга, которыми я с вами поделилась. И теперь вы без труда сможете связать любое дно для корзинки, для сумочки. В общем, теперь, умея вязать круг, вы можете связать очень многое. Ну, а на сегодня у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, как всегда, пишите свои вопросы в комментариях. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!